Всем привет, и вы попали на канал Monument. Сегодня я вам покажу, как всегда побеждать за предателя в игре Among Us на примере одной игры. Погнали! Первое, что хочется сказать, это делайте вид, что вы делаете задание. Так вам будет больше доверия. Долгие задания не делайте быстро, а быстрые задания не делайте долго. И вот здесь можно сделать офигенный трюк для убийства. Для этого делаем саботаж коммуникации или же связи. После, когда наберется минимум 4-5 мирных исправлять связь в одну кучу, мы, спрятавшись за спиной этих игроков, убиваем одного. Этот трюк я увидел у одного иностранного чувака. Ну вот и все, они даже не запомнили, был ли я там. Также не пишите много в чат, если слишком много писать, то вас заподозрят. Но это не значит, что надо вообще не писать в чат. Это тоже подозрительно. Просто можете задавать вопросы, где, кто, или просто написать вопросительный знак, как в моем случае. И еще лучше не делать саботаж реактора и О2, потому что люди это быстро устранят. А самый эффективный саботаж — это электростанция, потому что люди ничего не видят, и в этот момент вы можете их смело поубивать. И еще одна из самых лучших тактик — это использовать винты. Вот сейчас этот пацан заходит сюда, давайте убьем его и залезаем в винты. И не выходите сразу, потому что кто-то может прийти, подождите несколько секунд, а после вот сейчас можно выходить. Мой напарник пишет, что это я. Напишем, что я был в медпункте. Еще кто-то пишет, что это черный. Давайте присоединимся, я тоже напишу. Я тоже считаю, что черный, и проголосую за него. Так ему и надо. И осталось всего лишь 4 игрока. Сейчас они выгоняют желтого. И чтобы коричневый доверял мне, можно написать, я думаю, зеленый. У нас осталось всего лишь трое, думаю, можно сделать утечку кислорода. Второй куда-то ушел, я походу выиграю вот так. И я выиграл. Да. Ну что ж, надеюсь, все, что я показал в этом видео, будут полезными для вас. И если вам понравилось это видео, то почему бы вам не поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи, всем пока!